программа «День с толком» в студии. Елена Кузовкина, здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Парку «Быть» в Барнауле подвели предварительные итоги голосования за благоустройство территории. Покушение на убийство, смертельные ДТП и другие инциденты. Как в Алтайском крае прошли длинные выходные. Телесные наказания предложили вернуть в российские школы. Что об этом думают барнаульцы? Начнем с происшествий. Длинные выходные не для всех закончились позитивно. Моя коллега Юлия Щепина сделала подборку самых громких ЧП, которые произошли на майских. Покушение на убийство, смертельные ДТП и не только. Подробнее далее. Праздничные выходные начались, увы, смертельно и закончились не для всех хорошо. В соцсетях появилась информация о выпавшей из дома девушки по адресу Шумакова, 11. По словам людей, она поднялась на один из верхних этажей и спрыгнула вниз. Краевой следком уточняет обстоятельства произошедшего. А на барнаульском ЖД вокзале 28 апреля мужчина сбросил со второго этажа свою малолетнюю дочь. Девочка упала на бетонный пол. По словам очевидцев, мать девочки побежала к ребенку, а отец попытался скрыться, выбежав на перрон. Как итог, убегая от погони росгвардейцев, сам попал под поезд. Сейчас девочка в удовлетворительном состоянии в отделении сочетанной травмы в БСМП. Глава семейства там же, но в отделении реанимации в стабильно тяжелом состоянии. По факту покушения на убийство малолетнего возбудили уголовное дело. Транспортные происшествия за этот период унесли не одну жизнь. Так, в Каменском районе мужчина не справился с управлением, ушел в кювет, опрокинулся и наехал на рекламный щит. Смерть наступила до приезда скорой. В Калманском районе два человека, водитель и пассажир, тоже погибли на месте ДТП. Установили, что женщина за рулем Мазды не справилась с управлением и, выехав на встречку, допустила столкновение с автомобилем Kia Sorento под управлением 65-летнего мужчины. Мужчину госпитализировали. Это еще одно видео из соцсетей. Исход этого инцидента тоже мог быть летальным. По сообщению автора, на трассе Камень-на-Оби-Хабары девушка выехала на обгон и чуть не протаранила встречный автомобиль. А в Барнауле на пересечении улиц Солнечная Поляна и Антона Петрова на большой скорости сбили пешехода. По словам людей, женщина находится в больнице с серьезными травмами ноги. На Павловском тракте обошлось без жертв. Автомобиль въехал в крыльцо здания. А водителю этого авто на капот положили отрубленные свиные головы. Весна делает свое дело. В селе Табунный мужчина с ножом напал на сельчанку. По словам жителей, мужчина ходил по селу и заходил к нескольким женщинам. Также он якобы лечился у врача из-за психических отклонений. Ну и напоследок добавим, хоть и люди чувствуют весну, она упорно не хочет приходить. Юлия Щепина, «День с толком». Барнаульцы в соцсетях отмечают победу. Пустырь за торговым центром «Европа» предварительно победил в голосовании по благоустройству территории. Хоть результат и предварительный, но общественники уверены, что он станет окончательным, благодаря чему удалось вырваться вперед, кто остался позади и что дальше, расскажет Татьяна Голубева. Вы для себя вообще не рассматривали историю, что вы не победите? Нет, мы были уверены в своей победе и заранее были уверены. Шли, мы, конечно, наблюдали за конкурентами. Еще раз уточним, что победитель голосования за благоустройство общественных территорий в Барнауле пока не назван. И победа зеленой зоны за ТЦ «Европа» лишь предварительный результат. Но, пожалуй, пару лет назад никто и не подозревал, что местный пустырь на 146 тысяч квадратов окажется в лидерах и сможет в перспективе стать парком. Все изменилось, когда появились заинтересованные и создали инициативную группу. А дальше субботники, письма в разные структуры и, наконец, участие в программе по созданию комфортной городской среды. Никаких накруток, ничего не было с нашей стороны. Это все голоса живые, живые люди. И на самом деле мы даже удивлены, что их не так много. Мы ожидали планку намного выше. Сложно сказать почему, учитывая то, что население города почти 700 тысяч человек, а проголосовало всего 52 или 53 тысячи человек за все объекты в городе. К слову, ближайший конкурент, территория по улице Аванесова, отстал на 2200 голосов. Последние пару недель пришлось поднажать, рассказывают ребята, чтобы оторваться. Теперь победа почти в кармане и новые цели и задачи. То, каким хотелось бы видеть этот пустырь, уже нарисовали. По просьбе инициативной группы это сделал архитектор Андрей Атаджанов и студенты Института культуры. Они частично и продумали концепцию.
Мы хотим, чтобы все-таки у парка была идея, чтобы это был не просто прогулочный парк с дорожками, а чтобы у него была какая-то глобальная идея. Я думаю, что это однозначно будет многоэтапная работа. Тут за год любой, кто делал там в квартире ремонт, понимает, что за год такую территорию не сделать. Вот. Разобьем на этапы. В первую очередь это будут, конечно, там работа с рельефом. Нужно ополаживать склоны, нужно прокладывать дорожки и делать освещение. Это самое первое, что необходимо здесь сделать. Разработанную совместно с архитектором концепцию сначала планируют презентовать. Дальше ее ждет процесс социального проектирования. Встречи, круглые столы. Как раз там и будут искать итоговый вариант благоустройства парка, который уже получил название 300-летия Барнаула. Средства нужны большие. По неофициальным данным, около 1 000 000 000 рублей. По федеральной программе столько не выделяют. Поэтому дальше задача инициативной группы, в том числе поиск средств на желаемое благоустройство. А пока нужно дождаться окончательных результатов голосования. Их должны озвучить в середине мая. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле приступили к плановому ремонту дорог. Ход работ на транспортных магистралях проконтролировал глава города Вячеслав Франк. О том, где уже успели устранить дефекты дорожного полотна и проезжей части, расскажем далее. Зима в этом году изрядно потрепала барнаульские дороги. Некоторые выбоины, по словам водителей, увеличились настолько, что задевают бамперы. В мэрии на ситуацию отреагировали своевременно и увеличили финансирование ямочного ремонта почти в 3 раза. Некоторые подрядчики уже приступили к работе. В соответствии с планами по проспекту Ленина мы уже с текущим ремонтом прошли участок до улицы Северо-Западной. Сегодня вот работаем на улице Молодежной, на улице Попова работаем, по проспекту Социалистическому работаем. Кроме того, также вот мы прошли по проспекту Красноармейскому, проспект Строителей. Основная сложность, с которой сейчас столкнулись дорожники – переменчивая погода. Для укладки горячего асфальта нужна стабильно положительная температура – от 5 градусов. Поэтому периодические похолодания и дожди тормозят работу. Однако к следующей неделе ремонт должен будет проводиться уже в круглосуточном режиме. Мы сегодня не вышли на тот график, который спланировали. Ночные температуры отрицательные, и мы не успеваем подавать асфальт. Ну, качество в отрицательные температуры укладка асфальта по ГОСТу она запрещена, поэтому придется на этой неделе график перестраивать. Всего в рамках текущего ремонта в столице края планируют обновить более 100 тысяч квадратных метров. Притом изначально предполагалось, что ремонтных работ будет примерно в 1,5 раза меньше. Проследить за участками, на которых ведется ремонт, можно на официальном сайте города barnaul.org. Данил Кузнецов, «День с толком». С 1 июля в Алтайском крае, как и в целом по стране, вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом россиянам напомнили эксперты Народного фронта. По их словам, это произойдет на фоне плановой инфляции. Тарифы поднимутся в зависимости от индексов, которые установлены по стране в пределах от 4 до 15%. К примеру, самый низкий установлен для Республики Хакасия, самый высокий для Забайкальского края. В Москве индексацию проведут в пределах 11%. В Новосибирской области тарифы увеличатся не более чем на 9,5%. Еще в конце 2023 года в правительстве нашего региона говорили, что в целом рост тарифов на коммуналку в крае не превысит 9,3%. Больше всего вырастет стоимость отопления почти на 5,5%. В России предложили вернуть в школы телесные наказания. Такая идея прозвучала от одного из депутатов Московской городской думы. По его мнению, система наказаний и поощрений в школах необходима, так как битье определяет сознание. А понятие «хорошо» и «плохо» ребенок сможет познать через спину. Это цитаты. Как барнаульцы отреагировали на неоднозначную идею? Надо подход искать к детям. Я так считаю. Сейчас как бы другой же подход, другое воспитание. Как бы я считаю, что это радикально неправильно. Аморально или неэффективно? Ну, я думаю, неэффективно. Ну, если зомби производить, а не людей. Я категорически против, являюсь сотрудником правоохранительных органов. Могу вам с достоверностью сказать, что это не методы воспитания. Мало того, что они влекут за собой привлечение к уголовной ответственности, физическое насилие над детьми. Но телесное наказание не следует применять, как в древние времена.
И вообще я считаю, что агрессия, она поражает только в ответ агрессию. Если с ребенком с добротой, с теплом, с душевностью, с чуткостью и пониманием, то он всегда ответит тем же. Ну, во-первых, это не твой ребенок. Какое право ты имеешь его бить, что-то с ним делать? Я понимаю, если ребенок начинает бить преподавателя, тогда уже ты должен воспринимать его как соперника, что можно как-нибудь крикнуть или там толкнуть, но не избивать. Мне кажется, человеком делают добрые дела прежде всего. Любовь к своим близким, любовь к своей родине. Ну, тогда он человеком и становится, и остается. Вернемся к первомайским праздникам, на которых были не только происшествия. Одним из самых ярких событий стали бартовские песни. За что молодежь и поколение постарше любят авторские композиции, расскажет Данил Кузнецов. Кто бы мог подумать, что когда-то появится песня про Барнаульский ковш, популярное место отдыха рядом с Обью. Еще более немыслимо назвать в честь него творческое объединение. Однако барды, то есть народные исполнители собственных песен, это люди с фантазией. И они не могли не поделиться частичками воображения и души с барнаульцами в день солидарности трудящихся. И для нас это действительно настоящий праздник, потому что есть что вспомнить в те года, как он проходил, как сейчас проходит. Но мы этот праздник очень любим, я вам хочу так сказать. Для нас он много чего значит. Исполняли классические для жанра песни о любви, дружбе, весне и крае. Однако барды стараются вплетать в композиции и элементы разных народов и групп. Например, во время некоторых выступлений профессионалы проводили фланкировку, присущую казакам. А за что вам нравятся бардовские песни? Ну, они душевные, жизненные, настроение поднимают. Но по сравнению с нынешней попсой, что лучше? Бард. Да. Мне бард точно. Лучше какие-то личное мнение автора услышать под приятную мелодию, чем какой-то одинаковый мотив. Вот это точно и про меня. Кстати, барды тоже подметили, что молодежь неравнодушна к их песням. И сейчас сообщество постепенно вовлекает новое поколение окунуться в мир народного сочинительства и песнопения. Заманивают и советскими композициями, которые тоже исполнили на концерте. Мы начинаем петь советские песни Марка Бернеса, там, Высоцкого, Ободзинского. И молодежь говорит, это ваши песни. Молодежь даже не знает этих песен, понимаете? И мы их возрождаем, и молодежи это нравится. Несмотря на то, что погода внесла свои коррективы в виде низкой температуры, на песнопение пришло более полусотни человек. Организаторы не ожидали такого отклика. Между тем, бардовское ремесло в крае достаточно распространено. Например, у Колыванского озера даже проводится международный фестиваль авторских песен «Звенигора». Я пробирался в ваш замок, как вот Богу не видно, как... Преодолел ваш высокий забор и убежал от собак. Данил Кузнецов, «День с толком». Сезон клещей стартовал, а это значит, в городских парках пора обрабатывать территорию против опасных насекомых. В парке «Изумрудный» планировали выполнить необходимые процедуры накануне, и посетители просили воздержаться от прогулок. Однако из-за погодных условий эти мероприятия отложили. В дождь химические вещества быстро растворятся и просто не успеют подействовать на клещей. Руководство парка обещает выполнить работы в ближайшее время, а точной дате будет объявлено в СМИ. Кстати, завтра в Изумрудном пройдет фестиваль дарения. В парке организуют сбор гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в разных регионах России. Требуются предметы быта, одеяло, средства гигиены, постельное белье и другое. Там же посетители смогут сделать пожертвования в помощь приюту «Бусинка» и передать необходимые вещи, игрушки для животных, когтеточки, моющие средства и корма. Для гостей пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи, домашнему грумингу и росписи по дереву. Начало фестиваля в 15:00 у визит-центра парка. В Барнауле устроили автопробег в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. Зрители и участники патриотической акции под колокольный звон почтили память павших солдат. На акции памяти побывала и моя коллега Валентина Аскерова.
Возле Знаменского монастыря автомобилисты-участники автопробега «Барнаул-Алейск». Патриотическое мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Акцию памяти организовало Алтайское отделение ветеранов вооруженных сил. Вы сегодня видите, как все с удовольствием собираются для того, чтобы совершить этот знаменательный пробег, тем самым почтить память наших отцов, матерей, почтить их подвиги. Среди участников автопробега неравнодушные жители края, актив Народного фронта и действующие участники специальной военной операции. Такие пробеги, такие акции должны быть, чтобы люди видели, что мы не одни, они не одни. Мы вместе, мы сила. Мы едем в Алейскую бригаду возложить цветы на памятник, а также вручить подарочный сертификат командованию. Помимо возложения цветов, участники автопробега передали гуманитарную помощь 35-й Алейской бригаде, которая в эти минуты защищает нашу страну на передовой. Валентина Аскерова, «День с толком». В Барнауле прошел международный фестиваль «Солнечный бал» уже 15-й год подряд. На одной площадке он собирает танцевальные коллективы из разных регионов Сибири. Как прошло самое знаковое событие года для хореографов, за кулисами и в зрительном зале побывала Мария Костылева. Самое ожидаемое и волнующее событие для танцоров Сибири. Ежегодно «Солнечный бал» собирает на одной сцене поклонников и исполнителей бального танца. Продемонстрировать свои таланты собрались более 600 участников из разных регионов. Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Омск, Иркутск и, конечно же, Барнаул. Организатор бала Лариса Любивая вспоминает, как 15 лет назад решила провести состязание для ребят. Первый бал он проходил в маленьком спортивном зале 30-й школы. В нем участвовало всего 4 коллектива и, наверное, было номеров 8. Сегодня у нас участвует порядка 50 коллективов, и программа длится 12 часов. Столько великолепных номеров сегодня было. И слезы, и смех, и все эмоции испытали зрители. По традиции коллективы разных возрастов показали самые яркие номера. В программе 32 номинации, 4 из которых инва-дэнс. Хореографы на инвалидных колясках и танцоры с ОВЗ, кстати, выступали наравне со всеми. Супруги Евгения и Артем приехали из Междуреченска. Сегодня пара исполнила мексиканский бальный танец румба. В вашем городе первый раз, а так, ну это уже не первый конкурс. Мы выступаем парой, и у нас Междуреченский весь коллектив. Мы выступаем еще и на две пары. С каждым годом фестиваль набирает обороты и становится все популярнее среди танцоров. Артем приехал из соседнего Новосибирска. Парень с хореографией, можно сказать, на «ты» танцует почти 10 лет. Юноша уверен, двигаться в такт – лишь часть успеха. Самое важное – это настрой и эмоции, с которыми танцор выходит на сцену. Волнение немножко есть, но это всегда, мне кажется, перед любым выходом на сцену. Вот. Но самое главное – эмоционально показать, состояние передать, чтобы зритель понял каждый момент, который мы хотим передать. Потому что если мы не передадим, то смысл пропадет. Сильные коллективы, большая сцена, профессиональный свет, звук, возможность обменяться опытом и, конечно же, награды. Все призеры получили не только кубки и дипломы, но и презенты от партнеров фестиваля. Я, как непосредственно танцор, принимающий участие также и в танцевальном спорте, знаю, насколько это важно соблюдать питьевой режим. Мы поддерживаем данный фестиваль, соблюдая питьевой режим участников. Кстати, Барнаульский пивоваренный завод – один из постоянных спонсоров. На протяжении 10 лет предприятие поддерживает талантливых ребят, танцующих «Солнечный бал». Для нашего предприятия очень важно поддержать молодежь в их начинаниях, в интересах и в творчестве. Мы предприятие социально ответственное и готовы идти навстречу таким организациям, как танцевальная студия «Лариса», дабы воспитать нашу молодежь в правильном направлении. Потому что спорт, дисциплина, здоровый образ жизни – это первостепенные качества, наверное, которые должны быть привиты ребенку.
слову, мастерство ребят оценивали не только профессионалы-хореографы, но и звезды мировой сцены. Трехкратные чемпионы мира Федор Полянский и Дина Ахмедгареева. Участники, как говорится, выложились по полной. Мария Костырева, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Баскетбольный клуб «Барнаул» уходит на заслуженный отдых. Сезон у нашей команды получился напряженным и максимально сложным. Клуб в турнирной таблице занял 7-е место, что для «Барнаула» весьма неплохо. Еще и в играх за кубок дал бой сильной команде. Об итогах игрового сезона расскажет Дмитрий Дроздов. Сезон баскетбольный клуб «Барнаул» провел на оценку удовлетворительно, но с плюсом. Так заявило руководство команды на итоговой пресс-конференции с журналистами. Судите сами, клуб по итогу регулярки занял 6-е место из 16. Это позволило команде сыграть в плей-офф. Там «Барнаул» вылетел в первом раунде, но дал достойный бой соперникам из Владивостока. Да, не все получилось, как хотели, но в большей степени... Наверное, гораздо больше получилось, чем мы планировали. Поэтому тут такое двоякое ощущение. Аппетит всегда приходит во время еды, и всегда хочется большего. Но оглядываясь назад, мы понимаем, что сделали большой шаг вперед. Если смотреть на турнирную таблицу, многие подумают, что результат так себе. Но кто был на матчах, тот понимает, что одной из задач клуба на сезон была наигровка молодых баскетболистов. И получилось весьма неплохо. Некоторые воспитанники алтайской школы регулярно попадали в первую пятерку. А в матчах, которые не влияли на турнирное положение, клуб полностью выпускал молодых игроков. И по ходу всего сезона молодость плюс опыт давали хорошие результаты. Когда молодежь будет уверенно верить, что они могут со всеми играть. И они поверили сразу, помогли вот старшие ребята, которые, не знаю, что там, волшебной палочкой или разговаривали, но они поверили уже в первых играх. Сейчас команда находится в отпуске. Административный и тренерский штаб активно работает над контрактами игроков. Стоит отметить, что уже 80% игроков остаются в составе. Впрочем, и главный тренер желает продолжить свою работу в Барнауле. Поглядим, какая картина будет в августе. С баскетбольных итогов перемещаемся на мини-футбольные. В крае завершился очередной сезон под эгидой «Акамф», в котором приняло участие более 150 команд и около 3000 игроков региона. Это почти 20 различных мини-футбольных лиг. И вроде все хорошо, но и тут есть некие проблемы. Проблемы, конечно же, всегда есть, будут. Но я думаю, когда-нибудь они решатся. Это самая главная проблема – это количество залов. Потому что то количество участников и команд, и футболистов, которые хотят играть в футбол, в мини-футбол, особенно в зимнее время, наши залы, в частности города Барнаула, Бийска, они просто не позволяют вместить всех желающих. Поэтому будут залы, я думаю, что количество команд будет еще гораздо выше. Награды нашли своих героев. Лучшие команды и игроки получили ценные призы. Стоит отметить, что после майских праздников уже стартует летний чемпионат, где будет 19 различных лиг. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все. Я напомню, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире.